для выполнения традиционных видов исследований и экспертиз ВКЦ УМВД России по Мурманской области поставили новые стереоскопические микроскопы серии Nexeus Zoom. Данный микроскоп принципиально отличается от микроскопов, которые представлены в экспертно-криминалистическом центре, тем, что у него есть возможность вывода изображения на компьютер, на персональный компьютер эксперта. Соответственно, теперь не надо посещать определенную лабораторию для производства экспертизы исследований, а эксперт может, находясь на своем автоматизированном рабочем месте, производить исследования, не отлучаясь. И, соответственно, при переводе изображения на компьютер более детально анализировать его, производить различные манипуляции с изображением. Также к данному микроскопу представлены необычное оборудование и стойка, которая позволяет передвигать сам микроскоп на различные расстояния, а также проводить исследования больших объектов, которые невозможно поставить на стол для исследования определенных следов на них. Данный микроскоп очень удобен тем, что теперь у многих экспертов, которые работают по определенным видам исследований, таких как поддельные денежные знаки, документы, баллистическая экспертиза. С использованием данного микроскопа за последний месяц было выполнено около 20 экспертиз.